кто там хентай снимает все? Кто-то хентай снимает внизу. Нет. Я ж ли не обуза. Текстура была? Я вообще не помню, что здесь были текстуры. Они заплатят за смерть, я обещаю. Я знал тебя всего 10 минут. Но они заплатят. Мяу! Мяу! Near-death experience. Ashley, get out of there! Go ahead, son. Go ahead, son. I just got it. Блять, у них ХП даже не полный, ёпта. I can't open it. The door's locked, I can't open it. Мне не open. Run, Ashley! Сейчас будет, надеюсь, что сейчас будет что-то интересное и совершенно новое. Или нет? А почему? Подожди к секунду. Дай-ка я в настройках посмотрю, может оно не сохранилось? Конечно, блять, оно не сохранилось, а почему нет? Unsafe. А, вот сейф нужно было нажать. Ты серьезно сейчас? О-хо-хо-хо! Нихуя тут геймплей. А я чё? Я молодец, я вебку выключил, да? Я такой молодец, я вебку выключил вместо того, чтобы это... Охуенно. Охуенно. Ух! Ух, поиграем сейчас. Эксклюзивно для японской версии в этой части камера статичная. Это так неудобно. Это так неудобно.
Охуенно, привет. Да ты чё, блядь, издеваешься надо мной? Хоть ты убегаешь-то? Не статичная камера, это прикольно. Да чё она, блядь, попасть не может, я чё виноват-то? Нет! Нет! Да ты издеваешься, вас теперь двое будет, блядь, да? Кто теперь смеется, сука? Хорошо. Со статичной камерой так необычно. Тут можно назад, что ли, вернуться? Прикольно. Супер живые. Ну-ка, а как она кинет? Совсем что ли боролся? Ну ладно. Блин, как-то супер странно. Здесь что у нас? Здесь та комната, в которую нужно потом, да? Вот кто-нибудь знал вообще, что в японке есть такое? Фонарь откуда-то взялся. Интересно, почему они так сделали? Вот это очень интересный вопрос. И почему они это убрали вообще? Ну, не из-за этого же ракурса, ну чё это, в смысле? Что за нее нельзя смотреть на разные вещи. Может быть, мышкой можно? Нет, нельзя. Жаль. Жаль. Окей. Ну, ракурс, конечно, не супер удобный, но в целом вроде бы играбельно вполне. Вот здесь как будет, мне очень интересно. Блять, Resident Evil 4 от третьего.
Со статичной камерой супер, сука, страшная игра, ты посмотри. Блин, я как будто в этот играю, как его называют? Как эта игра на GameCube от Miyamoto? Как она? Как она называлась? Что-то Eternal? Нет, не Eternal, как? Где что-то? Eternal Darkness? Не надо! Не двигайся, пожалуйста. Эти ракурсы. А что у тебя юбка такая странная? Как будто... как будто у тебя слезла с одной стороны. Дима так бомбил с этой загадки. Ой, я сейчас тоже буду бомбить по-любому. Это пусто или что? Или не буду, не знаю. Не, не буду. Классная загадка. Но опять-таки, если не знаешь, как она решается, это пипец полный. Ну, по крайней мере, для меня. Ой, блядь, вот это будет стрёмно сейчас. Есть какой-нибудь мод такой вот, чтобы вот вся игра так была? Хотя, блядь, наверное, целиться будет неудобно. Вау! Вау! Вау, 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 красиво. Когда ты не видишь, где они. Блин, тихо. Сука, я... я X нажал. Да. Гэнг-бэнг. Тварь, блядь, такая. Давай я ее похиляю чуть-чуть. Чтобы она хотя бы... Я трусцы твои видел. Даже Эшли может... Даже Эшли может двери выбивать, а Леон из ремейка не может. Блять, они прям сюда, что ли, пришли? Алло. Алло, не на... пацаны, не надо! Сука. Блять, как же это сложно, когда не видишь, что они там. Это что, фото с Лазаром молодого? Оно тут всегда было?
Мобой. Мобой Салазар. Интересно. Я реально никогда не замечал, что это было. Записки Дворецкого. Писки. Писка Дворецкого. Ага. Может, покрутим, не? Крестный капком специально так. Ты серьезно? Вы такой ракурс решили сделать, чтобы я вот это все пропустил? Нет, я знаю, что это здесь. Не-не-не-не-не. Блин, круто все-таки. Единственное, мне на геймпаде не особо удобно. Что на аналог нажимаешь. И она это шаляй-валяй гуляет. Вправо, то влево. Leon. Leon. Ashley. You did good. I'm sorry if I was. Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Семьдесят девять точность была за уровень. Блять, прикалываешься сейчас. 79, говорит, точность была. Это из-за того, что я бросил лампу пару раз. Угу. Хорошо. Назад к старому виду. What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like? Этот диалог, как будто Метромен разговаривает с Мегамозгом. Если кто-то смотрел Мегамозг. Вот. Так, мне бы как-нибудь бы вернуться, бы вон туда бы. И да собирать, где тут был-то. Или я собрал, подожди. Вон там я не взял. Подожди, там было сокровище в лабиринте. Ой, блядь, оттуда вернуться-то можно. Ну, вроде как, да. Отсюда откуда-то, да? Дверь есть. Справа вон там, да? Смотри, Луис помер. Не? Ну ладно. Ёщи Got something my interest. You got some rare. What are you buying? Got some rare. What are you buying? What are you buying? Туда идут. Мне бы туда, да, там. Два предмета осталось, я их не взял. Жаль. Очень. У
мало ли. Глава закончилась, вроде, да? Тут иногда после глав просто предмет респаунится. Ёперный театр, ты чё, угораешь? Стоят. А что тут стоите-то? Как лучше-то? Влево, наверное, пойти. Брось бяку. Брось бяку, говорю. Тут дик отстрелю твой. Ищет мой диков! Зачем я вспоминаю эту ёбаную игру каждый раз? Ненавижу ее. Так. Я надеюсь, что можно туда вернуться. Что-то интересно, вороны разлетелись и назад не возвращаются. Хм. Давай. А чего? Пигибэк. Свинья на спине. Пигибэк. Ну, свинка. Пепа. Блять, я сегодня так что-то пригорел. Вернее, не пригорел, угорел наоборот. Игромания постит новость. Вышла новая игра про свинку Пепу. Я чё, блядь? А других новостей нету. Игровых, блядь. Игра про свинку Пепу. Конечно. Магнам. Какая рукоятка у него четкая. И снайперский прицел видно. Сбоку красная точка. Аршично. Будешь тут лежать. А чё лежать? Давай сразу поюзаем, чё. Чё бы нет. Я один хреном все равно пользоваться не буду. Наверняка. Отстреляю патроны и, блядь, продам, да? Так, это куда дорога? Это туда, да? Я просто пытаюсь не пропустить сокровища. Здесь одну взяли, духи какие-то. Follow me. Я нажимал... Чё? Да ну не. Уже каких боссов против Краузера? Краузер ножом бьется. Остальных боссов я базукой один раз выстрелю, все, привет. Ну и нахуй он мне тогда. Ну, чисто теоретически. Так, где-то здесь я пропустил сокровище. Где-то. Ну, это чисто мой стиль игры. Я не чувствую, что мне нужен магнум прям. Хоть он может быть и хорош под магу. Ну, подожди, по прямой? По прямой налево. Особенно нравится, знаешь что? Салазар кричал, что ты из лабиринта не выйдешь. Но здесь работает карта. Лазар, мальчик мой, ты облажался. Очень сильно причем.
Окей, все забрали. Нафиг отсюда. Теперь, когда я все собрал, мне надо бы... Можем по прямой вернуться, либо можем туда и в тележку, да? Окей. То есть тут предусмотрен бэктрекинг. И я что-то задумался. Может сходить? Просто обычно ты идешь вверх, просто и все. Придруган. А кто-нибудь ходил напрямую? А давай сходим. Любопытство ради, посмотрим, что там происходит. Я надеюсь, никто не против. Да, это займет чуть больше времени, чем просто сесть на тележку и вот здесь вот и телепортнуться вот сюда, прям к выходу. Но тут я видел, стояли какие-то челы. В ту сторону, если идти. Нельзя? Нельзя вернуться? Так, стоп, подожди. То есть игра не разрешает? Не, подожди, я не согласен. А другая дорога что? Тут же есть вроде какая-то другая дорога. Нет, это в сад дорога. Там чуваки стоят. А с них что-то падает? Пойдем посмотрим. Wait. Follow me. Ула. Каком резко удалил мне интерес идти другой дорогой, потому что просто нельзя. Ну, надежду я пока не теряю. Потому что есть другой проход. Направо здесь, правильно? Где-то тут. Тут нет двери. Бля, тут нет двери, она внизу, да? Fuck you, игра. Ну, ладно, чё. Чё уж. Сюда может? Подожди. Откуда... Хотел сказать Клэр. Откуда она вышла? Алена туда может ходить? Нет. Отстойный резидент какой-то. Это, блядь, вот как в Village, да? Победил босса и назад нельзя. Все. Нельзя говорить. А что так красиво-то здесь все? Я на первом прохождении Village прям расстроился из-за этого. Что?
что мне тупо игра не разрешила. Вернуться назад. Не крать ты тут? Я недавно узнал странную какую-то вещь, о которой я даже не думал. Ебать, тут все какое прям мыльное. Я не знал об этом. Я думал, вот этот вот чел, его нужно убить, чтобы эта штука упала. Но весь прикол в том, что можно сбить вот это. Я не знал об этом. Привет, Digital. Ты, Digital, знал об этом? Я всегда по челу стрелял. Я не знал, что эти штуки сбить просто можно. То есть это сильно очень упрощает мне момент с вон тем челом, который внизу. Я-то всегда как-то бегал там что-то. Пытался заставить его подышать, а... Блять, это, посмотри, лава внизу прям. Я всегда что-то пытался... Реально бежал вправо, чтобы он поехал сам влево, начал там стрелять. Этого вообще можно и не делать в целом. Потому что, ну, если сюда сныкаться... блять, алло! Потому что если сюда сныкаться, какая нахуй разница, ты все равно эти штуки будешь видеть. Это супер облегчает задачу просто. Я хз. Шок-контент, да? Для кого-то, кто не знал об этом. Как обычно, вот. Резиденты, да? Век живи, век учись. Каждый раз что-то новое находишь. Поэтому она и топ-серия. Нет, не находил. Я один раз сыграл, и все, как бы. Я больше не включал его. Я что себя перенасыщать буду резидентом? Пока вполне себе хватит. Ну, когда игра выйдет, тогда буду искать уже все подряд. Надеюсь, там, конечно, сделают этот. Wait, follow me. Как его называют? Подожди, а что мы... Зачем мы здесь это делали-то? Чтобы что-то взять? Что-то локации не перепутались, не? У меня в голове. Тихо! Там текстурки новые, смотри. И коврик внутри, блядь. Коврик внутри, красиво. Я вроде как знаю, что оно есть. Плюс в ремейке еще и вот этом, в демке. Можно ресетать игру. И там есть какой-то шанс, что тебе предложат пройти игру на...
каком-то там суперхарде. Бля, пол. Пол с отражениями. Я в ахуе. А оно было здесь, это отражение? Wait. Ну-ка, стой. Follow me. Ну, пойди сюда. Стой вот тут. Wait. Follow me. Wait. Да что, блядь, не так, ну. Follow me. Wait. Что здесь? Я хочу посмотреть, отражение у нее есть? У нее нет отражения, да? Так, у статичных объектов. Follow me. Да не, это я понимаю, что да, и на нормале потеешься. Тут я даже не спорю. Красиво. Я просто... То, что есть, это хрень. А оно комбинируется, кстати. Нет. Просто надо применить. Даже жопы не соединить. Собирай тут долбаную химеру по частям. Все, ничего не пропустили. Теперь точно ничего не пропустили. Все собрали. Можно идти вперед. Можно. Ковер. Wait. Так. Суперсекретная лестница, в которой нет ничего. Кроме гранаты. И ракурса вот этого на стену, на которой видно сокровище, которое я уже взял. И, конечно же, картины. Которая еще больше секрет, блядь. Follow me. Ну, пошли дальше. Там туда? Нифига. Новая дверь. Я в восторге. По-моему, это начинает становиться моим любимым занятием. В этом моде. Смотреть тупо на двери. Wait. Ну, они красивые, я не виноват. Кто-то сейчас сидит, короче, гневный комментарий пытается написать. Ты ебал, грай, давай. Подожди. Тут красиво. Ты посмотри, какие колоннады. Да? Ну там домишки какие-то, смотри. Замок Кастельвания, вон, что там, подожди. Ну, видишь, там Кастельвания происходит какая-то. Низкополиагональная. Луна есть в этой игре, видишь, вон. Там Дракула живет. Шедевр. Чего, Эшли, не хочешь со мной идти? Эшли, со мной пойдешь? Ну что красивое, поехали кататься. Пристань отчалит теплоход. На палубе будем целоваться. Весенний ветер. В небе неон. Неон! А чё? Стеклянный рыцарь? Это не ошибка? Он тут был всегда? А почему он стеклянный? Он был стеклянным?
более чем стеклянный. Блин, реально стеклянный рыцарь стоит. Чего, блядь? Киса, вскрывайте стулья, блядь. Эшли не Эшли, не дай бог она в ремейке будет кричать. Мьян! Таким же голосом. Так, отсюда два прохода. В каждом из них мы должны взять по одному предмету. Да? Да. Блин, тут картинная галерея. На дверь ты не посмотрел, на дверь ты не посмотрел, какая она, смотри, кожаная прям вся. Wait. Леон. Help me, Леон. Леон. Help me, Леон. Леон. Follow me. Да, это будет интересно. Я откуда пришел-то? Там закрыто, вероятнее всего. Думаешь? No! Ну ок, чё. Вот головы как-то немножко крипово выглядят. Ну, прям самую малость. Дверь, блядь. Дверь, смотри, какая дверь. Шикарно. Вообще можно было вроде все деактивировать сразу. Я не уверен. Я не уверен. В общем, по-моему, казалось, что можно все. О нет, решетка закрылась. О нет! Комбайн! О нет, комбайнеры! Это продвинутые механики замка. Уничтожаешь головы Геннада, с двери открываются. Продвинутая технология, вы ничего не понимаете. Ну просто если вы вдруг задаетесь вопросом, а какого хера дверь открылась после того, как головы их исчезли? Нет, так работает.
Умный замок, да. Нет хозяина, двери сами открываются. Хотя нет, это тупой замок. Технология тупой замок. Так, на обратной дороге посмотрим картины, хорошо? Гораздо лучше, если Эшли что-то еще делала, например, это, я не знаю, предметами со столов, блядь, кидалась, хоть что-то, блядь, вообще делала. Ха-ха-ха! Ждет меня, смотри. Люба, ебать, какой качественный ливый, смотри, ебать. Wait. Follow me. Замок, который не пускается Лазар домой. Wait. Follow me. Wait. Так, да начнется веселье. Сначала соберем ништяки. Которые здесь валяются. А теперь. Кубок хорошо сделали. А теперь поехали. Чего? О нет, они живые. Ты заебал, там, блядь, чё, нахуй, бессмертный, что ли, алё? Даня. Так, это первый приход. Второй приход будет посложнее. Потому что у меня кончились патроны магнума внезапно. Сколько у вас тут? Трое? Здорово. Простите за этот звук классный. Блять, такие громкие, это ебаный рот. Кидай, пожалуйста. Спасибо, до свидания. Фух. Окей. Окей, Марио тайм. Чем перезарядил, не знаю. Могу подождать. Пошли. Т.
Странно, я думал, на обратном пути тоже кто-то будет. Так, окей, я обещал на картину посмотреть. Пойдем смотреть на картину. Дакхан 1566 года, блядь. На гослях только, да? Даже кто вешает себе картину в доме с руками чисто? Дверь. Красивая дверь. Набор фотографий, конечно, супер странный. Картины, я имею в виду. Дверь, 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 дверь. Красиво. Ты, блядь. Подожди, это че, блядь? Алёнушка? А вот эту, вот эту картину уже видели. Почему здесь Алёнушка? Ой, а кто это у нас тут? Аданчик красавчик. Ой, не-не-не, там писюн. Сико. Он показывал писюн. Не-не-не-не-не. Так, головы. Головы отрезанные можно показывать, писюны нет. Да. Твич. Да ладно, это произведение искусства, не переживайте. Ты сам себе сказал сейчас? Кажется, да. Роданич. Welcome. Welcome. Where? 15 тысяч capacity повысить. Дороговато так-то. 15 тысяч, надо ли? Не хочу шотган прокачивать. Винтовку, да. Is that all? Давай. Is that... Давай. Thank you. Capacity еще пока лезет. ТМП можно прокачать. Is that all? Давай. Thank you. Is that all? Так, окей. Не надо было перезаряжать. Так, что, кэпс делаем? Нет? Я чуть не пойму. Welcome. Welcome. Got somewhere. Давай. А, Б? А, чего я выбрал? Бабуля, типа. Блять. Хуёвый выстрел был. Очков не набрал вообще. Из-за того, что попал в Эшли один раз. Окей. 2600. А что их? Надо Б что ли ставить? Да, блять, иди нахуй.
Чего хохочешь-то, блядь? Да иди ты в пизду, блядь, игра надо мной смеется. Не хочу, блядь, пошла в жопу. Верни мне мое оружие, все, я пошел. Игра надо мной смеется, иди в жопу. Писа. Ладно, пойдем дальше. Куда мы там шли-то? Куда-то туда, там. Новые картины. Нет, не новые, это мы уже все видели, да? Что, фотография замка? О, блять, стоят, ёпт мать. Стой здесь. Окей, один патрон остался, спасибо. Ходить нельзя никуда. Как-то раз с утра я вышел из окна. Прощай, моя любовь, я счастлив был вчера. Вас заберу. Все вас заберу. Ничего не пропустил? Да, это рассмотрим внимательно. Это вроде все пока, да? Единственное, этот значок, это submission. Да? Submission. В одно слово, блять. Submission. Так, что тут у нас? Royal Majesty. Там прям написано текстом, что ли? Ты что, угораешь? А здесь? И знаешь, что интересно, да? Здесь видно бороду. И теперь я понимаю, что это женская... А, это мужская. Вот это поворот. Да, да, да-да-да. Данич, Данич, ты пришел в дверь смотреть? Заходи, смотри, дверь какая. Вау, вау, смотри. Вау. Вау. Это не HD Project, это проект дверей. Отражение на полу. Здесь должна быть где-то змея. Помню. Помню, где-то должна быть змея. Wait. Сука, ёбаная кобра. Пиписа. Follow me. Проект реставрации дверей, короче, нужно было назвать. Чёрт, ты сильно слушаешь. Mm-mm.
Здесь, кстати, можно войти, да? Но можно и не войти. Можно вот сюда. Время секреток. Время сердеток. Сердеток. Секреток. И чей кавер? Лиан! Help! Help me, Лиан! Давненько я ничего не вставлял в сокровище. У меня есть что-нибудь? У меня аж две, ёпт. Ёпт. Комбайн. Комбайн. Не понял. А куда делась? А, они соединились. Комбайн это, комбайн это. Маска золотая, отлично. Окей. А, на ютубе? Ясно. Вот это хуём было. Я! Сучпуй. Ой. Так, время жуков. То есть через эту дверь мы вошли бы сюда. Кстати, дверь красивая тоже. Может он двери продает? Чувак, который делал этот мод. Поэтому двери у него лучше всего получились. Эшли! Спасибо. У меня кнопки не работают. Ну давай. Короче, они когда на земле, их надо бить ровно в тот момент, как они приземляются. Че? На земле, короче, когда они стоят, их нужно бить постоянно. А если они в воздухе, один выстрел, они сдохли. Конечно же, я это сделаю, хули бы нет. На-ка! Дополнительную кат-сцену-то не обязательную, надо же посмотреть, ну. Like a boss, блядь. По-моему, там два чела еще сидело наверху. Вместе с гнездом упали вниз. Все собрал? Чего не пропустил? Даже не так давно узнал о том, что можно гнездо сбить. Получить кучу ништяков. Постоянное зло. Бай! Как и с этими в лавовой локации. Ты не Крайт видел про лавовую локацию, я говорил? Или ты отходил в этот момент? Что? Вот там, где лавовые локации, вот эти вот штуки, которые выезжают. Голубь дракона. Ты как их убиваешь? Ну, типа ты это чувака, да, убиваешь, который там внутри в них. Правильно? Можно по цепям стрелять, ты в курсе? Я только недавно узнал об этом. Там на цепи белая такая штука, которая держит этого дракона.
в нее два раза выстреливаешь, и вся хуйня падает. Я такой, чё, бля? Я даже не знал об этом. Ёпта, резидент. О, опять дверь красивая. Смотри, давай посмотрим. Изучим. Красиво. Не чуть-чуть такое маленькое там. Окей. Это что такое? Хм. Секунду, подумал, что она прозрачная, она отсвечивает. Welcome. Welcome. Got some rare. What are you got buying? Some rare. Is... Thank you. Is that all strength? Not enough cash. Not enough cash. Not enough cash. Not enough. Not enough. Not enough. Not enough. Not enough cash. Not enough cash. Not enough. Not enough. Not enough cash. Not enough cash. Not enough cash. Stranger. What are you selling? Thank you. I'll buy it at a high price. Thank you. Thank you. Thank you. I'll buy it at a high price. Thank you. Is that... Thank you. Так, это тройное, да? Thank you. Я могу еще одну сделать, да? Как раз насобирал тут кучу всего, да? Найс. Да? Две сделали. I'll buy it in a high price. А я по звуку не купил. What are you buying? What are you buying? Она во всех версиях одинаково стоит. Чуть не времена, мне кажется, она стоит должна 50, нет? Да ладно. Не важно. Я что-то нажимаю кнопку, а что Эшли-то не кричит ничего? А Эшли уехала в Гонолулу, блядь. Вот. Вот эта часть. На сложности изи. Вот здесь все перегорожено. И тебе сразу дорога открыта туда. Если изи выбираешь. Я не знаю, почему именно только здесь это... С него аж одежда исчезла. Вот это я попал. I wonder if you can see me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Не. Не динамическая. Точно нет. Есть элементы рандома, конечно. Типа как крит. При выстрелах с пистолета, там из другого оружия. А это откуда? Дрянь. Дрянь.
Нихуя у тебя там жилеты. На руках. Красиво. Ты где такие взял-то? Кто там ебашит-то? Ясно. Ебашит. Он камень кладет, как будто это ничто просто. Сука. Он реально камень берет просто такой гигантский, блядь, как будто это ничто вообще. Чего, я ж тебя убил. Я тебя не убил? Пошел ты. Что-то лежит, что это? Да нихуя ты попадать. А что такой меткий-то? Все. Уже ты, глупышка, не спишь. Спят твои соседи. Так. Так. Бледер. Здорово. 4К статуи. Нет, что не пропустил. С большой статуей? Не-не-не. Вот я, ты пришел. Дверь. Дверь красивая. Статуя только сейчас будет же. Буквально вот. Прям вот сейчас. Через комнату. Так, сколько их тут? 3 должно быть или 2? Тут дощечки, которые мешают крутиться этому всему добру. Я лучше сначала поднимусь. Покажу, как это выглядит. Вон, видно было дощечку. Они неплохо выделяются. Особенно с HD-модом. Ну и оп. И нихуя. Мешается, смотри. Даем! Роб Ван Даем! Я все остальные сбил, они там где-то внизу были. Вот на изи вот этой части нет просто. Ты вперед проходишь и мост сразу туда. Матан. Я там фраза была. То, что очень редко такую услышишь. Бежим! Бежим, пацаны! Где вы? Бежали уже? Они уже убежали. Бежим! Бежим! Где ты? Бежишь, ты бежишь! Бежим! Ну что там, спускаешься, нет? Кто стреляет? Ты охуел там, что ли?
Нет, подожди. Of course. Беги! Дружище! Толпоёб. Чё творит? Ты посмотри на это. Графен. Дурак. Стоит, смотрит на меня. Уй! Сколько я... Головой вниз. Нормально. Хорошо. Ты кто? Я тебя не знаю, уходи. Вот прям очень сильно не люблю это место. Хорошо получилось вроде. Да додж. Охуеть, блядь. Ну тебе это дерьмо, я от ракетницы, блядь, увернулся. Окей. Ну, нормально. Не хуже. Не худшая попытка. Не худшая. Яичко съедим и все. Красиво будет. Обычно хуже бывает. Эй. Кстати, по поводу хуже. Че тут такие стильные, стоите с цепухами. Бам! Да сука, он живой. Он живой, блядь.
Блять. Ты охуел? Ты откуда, блять, взялся? Да. Козёл ссаный. Сам виноват. 15 тысяч. За второго вряд ли 15 тысяч дали. Блядь, пока я добирался, ёпта, лут исчез уже. Ладно. Нейромотар. Вы че такие счастливые-то, блядь? Так, тут еще кто-то должен быть, нет? Или он уже вышел? Ну, он уже, видимо, вышел. Жалко, что не сбил сразу. О, прям. О, обидно. Так, здесь что-то какие-то предметы, помнится, были. Надо повнимательней. Это я бы вряд ли пропустил. Что-то еще может попасться. Дверь. Красота какая. Красота. Есть что-то? Есть еще. Пойдем. О! Эшли. Mr. Kennedy, don't you know when it's time to throw in the towel? Бросить полотенце? No! Leon! Where's the satisfying sound of one's impalement? На тебе звук. Ну ты у меня такого члена получишь, сука, на... No more games. Kill him! На кой ляд ему эта штука, вот? Kill! Ты у меня прям там это сзади на полотне. Quickly! Текст даже видно, что принципы какие-то. Нян. So maybe you have 9 lives. But it doesn't matter now, Mr. Kennedy. I've sent my right hand to dispose of you. Your right hand comes off? Say whatever you please. Die, you worm! Великолепный юмор. Я послал за тобой свою правую руку. Твоя рука снимается? Ты, блядь, этот, что ли, какой? Вещь у тебя там? Welcome! Летучие мыши, сука. Уе, вот ты где, солнце моё. Нам с тобой сегодня будет очень хорошо. Thank you. А чё он там говорит, блядь, надо было послушать, наверное, да? What are you selling? Ладно. А сколько я его купил?
Я что-то дорого. Боссы звонят Леону по скайпу. Есть такое. What are you selling? What are you selling? Shotgun. Is that all? Come. Ну нет, тогда это не то. Не-не-не-не, я не согласен. Так, три слота. Давай так. Во, красиво. Красиво. Ты вошла в мою грешную жизнь. Оу, желтенько. Ну-ка, давай. Сидеть. Летучие мыши. Летает ли он, блядь, не знает, на чем фокусироваться. Я ничего не жму. Он, блядь, взбесился сразу. Проверить, они бесконечные здесь. Никогда не проверял. Дело продавца случайно не зарезать. А то ведь можно же. Да сколько вас тут, ёпт? Внезапно они просто исчезли. Так. Олигант, привет, я не посоролся. What are you buying? Is that all? 43 тысячи он стоит. Больше ничего нового нету. Да, вот это сюда. Stranger. Thank you. What are you buying? Is that all? Thank you. Is that all? Is that Not enough cash. Not enough cash. Stranger. What are you selling? Так. А там... А туда что, блядь, что-то вставляться должно? Я что, зафакапил что-то? А что туда вставляется? А что сюда вставляется? Блядь, надеюсь, не красные те брюлики, которые я продал. На которых было написано, что можно продавать. Сука. Или это какие-то другие здесь еще будут? Дальше? А, окей. Я просто не помню. What are you selling? Is that all? I'll buy it at a high price. Thank you. Is that all? Is that all? Thank you. What are you buying? What are you buying? Is that all? Thank you. Is that all? Thank you. Okay. Кстати, может, перерыв сделаем, а то я что-то это... Сижу уже что-то часа полтора, наверное.